Всем привет! Сегодня мы оказались в каком-то таком тесном месте. Проблема с большим окном, как нам сказали. Сейчас нас впустят, и будет хорошо всем. Так, идем смотреть. Тут ремонт. Раз портал, два портала. Так, тут что у нас? Ворон идет. А нам надо другое место. Все, ручку принес, там ручка сломана. Сейчас, это надо убрать, наверное, пока. Возможно, это просто он не в том месте стоит, и он не цепляет. Так, ну вот откинулось, кстати. Только нет притвора. Притвора нет. Так, как назад? Эту штуку сейчас снимем. Так, профиль еще у нас вот идет в таком плане. И когда ручка стоит, вот эта ручка, она начинает протирать вот это место. Так, сейчас убрал я зацеп для накладной. Сейчас закрываем. Закрылось. Да. Так, сейчас откинулась она у нас. Не сдержится. Имеется такой портал, тут ручку оторвали, значит профиль вот так вот дугой, вот здесь вырубку делал, стоит рехау, но он весь развалился. Она вот эта штука не держит, то есть этот газлифт, он, короче, ну, ничего не держит, вот, то есть вот в таком виде створка находится. То же самое сверху, вот, короче, ничего не работает. Толком не работает, ничего не закрывается. О, закрылось. Так, ну тут вроде закрывается. Вроде тоже откидывается. Но пользоваться невозможно. Не знаю, насколько применимо этот ремонт, вот этой вещи. Возможно, просто надо будет это все заменить. Ну, допустим, сиденье то же самое поставить. Вот. Так, это рехау. Рехау 70 какая-то. И многозапорник плюс стоит замок.